Звонок? Возможно, это мои новые наушники. Надо проверить. Магазин Beats777.ru подарит вам даже больше, чем вы ожидали. Ссылка на сайт в описании ролика. Блин! Почему я не могу пройти телепузиков? Бдё-бдё. Чё, как, зрители? Это Гагатун, и мы продолжаем с вами играть Злой Вазелин. А в этой серии мы... Я не знаю, что будем делать, потому что я эту игру не играл. И я понять не имею, что произойдет дальше. Тем не менее, мы все еще в этих лесах, где нам предстоит двигаться дальше. Двигаться дальше в темноту. Поиски в леса. У меня, кстати, теперь, так как я записываю ночью, на меня светит свет, и я могу что-то не увидеть из-за отблесков на моих очках. Что это за ребята? Так это та сумасшедшая, которую я преследовал. Говорят, что я могу по стелсу кого-то убить. Давайте попробуем убить кого-нибудь по стелсу. Эй, чувак! Что у него свисает? Время тебя убить по стелсу. Что ж, это было легко. У него кишки, что ли, свисают? Похоже, это его кишки свисали. Это не очень. Как-то это все меня не радует. Он еще и возродиться может. Резко так, на, ногой, на. И она когда-то выбежала. Куда она бежит? От нее одни проблемы, мне кажется. Может ее бросить? Да, да ладно, призраки, держите ее. Не насрать. Когда устаешь, надо бить кулаками. Подожгли что-то. Открывайся, кто тут? Медведь пришел. А он, главное, иногда она у нее просто горит, а иногда нужно ее специально доставать. Что тут происходит? Трупаки какие-то опять, видимо. Hey, are you guys from around here? I don't know where... Парни, вы местные, что происходит? Не скажете? Подскажите мне дорогу до библиотеки, я, кажется, заблудился. Че, а он вейк сейчас произойдет. Какой-то он вейк наоборот. В он вейке маяки значили что-то хорошее, а здесь какую-то хрень это значит. С ними всеми. Они меня не видели. Видимо, мне лучше убрать фонарик. Как мне поменять плечо? Я бы сейчас поменял плечо. Держите. Какого хера ты меня увидел-то все равно? Я вот замочу так. На! На! О, блин. Well, shit! Внезапно я умер. Начало серии, мы уже умираем. С врагов много, используйте особенности рельефа. А чё бы нет? Ну да, да, я это уже видел. До этого мне писали, что я могу это скипнуть. Теперь я чё-то у меня это... окей, нет. Поменять плечо. Тут еще бутылки Не знаю, в чем заключается стелс и куда я иду. Кажется, я иду не туда. Да, кажется, я просто вдоль этого дома стал идти.
Ну эта хрень недовольна. Ладно, сожри меня, если хочешь. Я пойду своими делами заниматься. Моча. Моча — это всегда хорошо. Вот, спички. Спички — это тоже хорошо. У меня, кстати, есть пуль. В принципе, кажется, не так много. Шприц. Окей. Они меня найдут сейчас? Стрелка движения, мышь. А, я могу двигаться в этом шкафу? Прикольно. Приблизить, удалить. Ничего не видно. Давайте попробуем кого-то мочкануть. Сколько они могут выдержать вообще? What the fuck, он промазал. Как он машет? What the fuck? Как он машет? Что сейчас происходит? Да я не пойму, как тут работает прицеливание. Так, ну ты гори ясно, чтобы не попасть. Так, а как мне воспользоваться аптечкой? Так, это фонарь. Опс, я какое-то меню открыл. На какую кнопку? На М. Давай шприц. Втыкайся. О, у меня здоровье повысилось. Нужно заодно и перезарядиться можно. Какая-то растяжка. Обезвреживай, давай. И еще один. Так и бродит. Не могу поверить своим глазам, он такой. О, ну, теперь они стали немного умирать. Ох. Окей, надо его сжечь, наверное. Надеюсь, что спичек у меня будет хватать. Да. Так, что тут происходит в этом доме? Могу еще что-то найти новенькое. Здесь нифига нет. Кто такая? А моя лампа, она же не может закончиться, я надеюсь. Место, конечно, не очень приятное. Я бы так его описал. Маяк. А, нет, это так, наверное. Что это такое? За место вдалеке. Размытое. А если на меня не посветят, я тоже так же умру. Или у меня иммунитет какой-то. Вообще, мне кажется, что вся эта игра — это бред сумасшедшего, что. То есть он сошел с ума просто, главный герой. Потому что то он раненый, то он не раненый. Непонятно, как на это все смотреть. Что происходит с ним? Ну давай, иди. Я попробую поставить замуч. Все выйдет, конечно. Ну это легче легкого. Тогда я трачу патроны сюда. А, черт. Сжигаем, валим. Но это такой немного более прокачанный Resident Evil 4, я понимаю. Тут хер бродит. Поджечь. Че я еще поджечь могу? А, сено. Нафига мне поджигать сено?
ничего за этим говном не вижу. Все горит, что-то. Да, стынь. Вот. Фига себе. Вместо того, чтобы я ему дал в лицо, он мне... Да ёпта. Ты чё такой косой? А, я горю. Окей, я сгорел. Окей, у нас видео начинается такой геймбой в игре. Стрельба такая, которая машет по каким-то... Может, не с того, что я играю с мышки, они не засчитывают мне попадание... По каким-то причинам. Я этот хер. Ну, иди туда. Через костер иди, зажгись. Но он был близок. А, черт. Ёп. Как это все работает? Из них не выпадают никакие патроны, ничего не выпадает. А тут еще один дом. Ну ёп. Так понимаешь, что им нужно куда-то в челюсть целиться, иначе они не умирают. А ничего не было? Подобрать. Бутылочку, что ли, этой? Да ёп! Не нужны мне бутылочки. Мне надо что-то вот посерьезнее бы подобрать. Так. Что в этом доме происходит? Фрагмент. Фрагмент чего? А, патроны. Два патрона. Кто кладет, блин, два патрона? Спички можешь положить заодно. Спрятаться. Это хер еще встанет. Здоровье. Так, здоровье. Блин. А из-за того, что у меня нет спичек, мне не предлагают так шагать. Можно под кроватью спрятаться. Журнал. Так, как я, видимо, это не для чтения место. А как быстро они начнут вставать, если их не шагать? О, подобрать факел может. Давайте попробуем стратегию факела на ком-то из тех, кто там ходит. А я могу его метнуть. Могу поджечь. Нет. Он уже целится. Засоси. Это было эффективно. Это самое эффективное оружие пока что, которое я видел. Я жижу из нее собрал. А
каким-то причинам факел не так уж хорошо освещает. Могу заставить его пойти на ловушку. Типа, давай, давай, иди сюда. Ну, видимо, могу. У тебя ничего не осталось. Подобрать. Что подобрать? Троны будут. По Аины Сучу я даже не вижу, что я там подбирать должен. Никого нет. Еще одного уже. Давай, иди, иди. Come and get me, motherfucker. Живой. На, ты не мар. А я не всегда могу что-то забрать из них шишу, да? Сейчас никакой музыки теперь в игре нету. Ходишь, гродишь. Тишина, какие-то эмбит звуки. Еще немного. А так написано, собирай этой мочи. Зарежение капканов? Я даже не вижу капканов. А, окей. Кстати, забываю, что нужно ходить в домах эти... пить ящики. Я надеюсь, не пропустил никакие ящики. Сделали круг. Костре ничего не горит, такое важно. Мне кажется, тут и нету никаких ящиков. Поэтому я их и не бил. Тропики. Да ёпта! О, чёрт! О, чёрт! Спасите все. Ух ты, контрольная точка. Чё они встали, и как она сама закрылась, эта фигня? То они сидят, никого не трогают, то они вставать начинают. Так у меня спички уже кончились к этому моменту. Зеркал тут нет. Интересно, а то когда-нибудь будет какая-нибудь раз, типа, это... как в Resident Evil какая-нибудь змея вылезает или еще какая-то фигня. Еще один фрагмент. Фрагмент на фрагменте прям. Фрагмент-то подгоняет. Там чуваки, да? Там даже, по-моему, два чувака. В
Такое чувство, что мне нужно было выкрутить яркость побольше, потому что я все равно ни черта не вижу. Ну-ка, БРЛ подойти не даю. Потому что нам не туда, они говорят. Эй, не туда. Good God. That's right. Just keep doing what you're doing. Он мне сказал или кому? Что интересно, не лежит? В этой траве ничего не видно. Слишком много травы. What the fuck? Атафа, нет. Куда я застрял в кустах? О, черт! Это не круто. Вообще ни черта не видно. А, боже. Да беги ты, хватит выдыхаться. Я пытаюсь. Если бы ты не уставал за 5 секунд. Герои открылись неожиданные способности крутых прыжков. Это типично Resident Evil 4, конечно. Медленные ходящие уроды. Эпизод 2 пройден. Давайте сохранимся. Это ненавязчиво мы его прошли. Когтях чудовищ. Проект наносит большой урон. Хотя бы искупались. Теперь мы играем. На! Теперь мне и бензопила не нужна, чтобы разбираться с ящиками. На лодочке должно что-то быть, но мне не дай сесть на лодочку. Моча. Как мне вернуться? У меня уже 7000 опыта. Как мне вернуться для прокачки? Я не вижу нигде зеркал никаких. Я бы уже прокачался, сходил. Ради разнообразия. На самом деле, после Resident Evil мне не хватает в этой игре кооператива. Окей, что труп? Они сюда? А, нам нужно их поджечь. А кто рычит? Я не вижу, чтобы кто-то ходил. Я слышал, как кто-то рычит. Двери открываются сами. Ну это к добру, чё? К добру. Shit. Контрольная точка. Надо было выбирать легкий уровень сложности. Кстати, у меня ведь... у меня эти издания, где у меня... Да, у меня есть шотган. И аптечка дополнительная.
И зажигательный болт, который я не знаю, что делает. Да, но у меня издание с предзаказом, поэтому... Это всякая фигня есть. Поджечь? Да ладно. Ну давай подожгем. Фиг с того, поджигайся. Что, от него что-то останется? Нифига ты, просто не спорился. Я ломал стекло. Опять музыка играет. Сохранение! Сохранение, это ты? She's gone. Да, 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 хватит пугаться так. Ты никого этим уже не удивишь. Ник Себастьяна Костеллоса, декабрь. Первый день работы следователя. Моя напарница Майра Хэнсон просто огонь. Упорная, серьезная, такие женщины мне нравятся. Но с ней шутки плохи. Сегодня она едва не засекла, как я пялюсь на ее задницу. Это же не та телочка, которая была другой еще. Почему я нахожу свои дневники в этом месте? Это как бы намекает, что... Все это ненормально. Насколько сильно я сошел с ума? Насколько из этого, хоть что-то из этого происходит, мне интересно. Че, меня не откроют в этот раз? Лева. It's been a while since your last visit. Разве? Минут 30, наверное, прошло. Тварь, хочешь получить фрейла? Хочешь получить фрейла? Ты получишь фрейла, но мне жалко патроны. Я знаю, что с тобой ничего не произойдет. Скорее всего. Давай попробуем, да? Хочешь получить фрейла? Ну-ну. А я сохранюсь для начала, потом загружусь, если что. Не сдохнешь, я загружусь. Но я ничего, она, наверное, пуля через нее пройдет. Она, если даже через простых чуваков пули проходит. А это что написано? Пропал сотрудник полиции Оскар Коннелли. Как это все может происходить, но при этом никто не видит то же самого, что видел я? Как типа? Hold the fuck. А полиция в Токио, почему убийца не оставляет следов? Типа, я убийца, я хожу, убиваю их, и они такие, блин, тут какой-то маньяк ходит. Как будто все это нормально, что они нормальные люди, на самом деле. Я один считаю, что они ненормальные. Чего ты мне не откроешь? Открой мне дверь. Блин. Дверь мне открой. Что, она была закрыта? Я могу с ней поговорить? Давай я с тобой поговорю. Ну, давайте прокачаемся-то. 8000 опыта, хоть что-то же должны значить в этой игре. А, это, наверное, мне дали опыт за то, что... За, опять же, за предзаказ. Так, оружие. Гранаты, шприцы, спички, патроны. Максимальный урон, скорострельность. Критические попадания. Ну давайте, может, увеличим здоровье все-таки себе. Да. Дальше уже 5000 надо. Время ускорения.
Ну тоже бы, наверное, на одну секунду больше будет. Урон в рукопашной плюс 20%. Ну, только не помешало. Лечение шприцами. Шприцы стану больше здоровья. Подождите, а это запасы будут, что я больше с собой могу таскать шприцов? Да. Больше четырех уже то тоже таскать все равно не будет. Трона для пистолета. Так. Я могу емкость магать. Нет. Время перезарядки могу уменьшить. Точность. Уменьшение колебания прицела. Я не уверен, насколько сильно он колебался. По-моему, до этого он просто тупо не попадал в меня. Наверное, прокачивал все, что мог прокачать. Ну, давайте еще раз сохранимся и пойдем. А я могу прямо сейчас сменить сложность, если захочу? Ладно, я не буду пытаться. Всегда интересно в этих играх именно как это работает. Тут, наверное, ачивка есть, чтобы пройти с определенной сложностью. Тараканы до сих пор и бегают. Свечка. Что-нибудь есть, кроме бутылок? Можете прокрасывать мимо мин, так что они не сдетонируют. Пробная мина оказалась не такой опасной. Тут что-то еще было. Я что-то видел! Что-то мелькнуло. А, это крас. Ей! Спички. Спички в таких огромных коробках. Я не могу что-то из этого сломать. А если начну подниматься по лестнице? А, я могу ее обезвредить. What the fuck? Пробел остановить стрелку. Синий успех, красный неудача. О, близко к неудаче. Где я могу что-то напрокачивать? Нет. Так, нет, стой. Да, и пистолет на двоечку. Можно шприц на троечку сделать. Аптечку больше. Требуются детали. Опять. Сделать болт. Зачем мне делать болт? Могу сделать что-то еще? Я только болты могу делать. Зачем мне делать болт? Давай сделаем болт. Я сделал. И где он теперь? Ладно, на 4. Мне нужно, чтобы пистолет был на единичку. Не обращайте на меня. Чё? Сюда? Боже мой, нет. То боже, неткает мне. Who's there? No, don't shoot. I'm not one of them. I'm a doctor. Marcelo Jimenez. Что произошло в той больничке? Crashed, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient Leslie. I saw him running up ahead, but. Лесли мужик все-таки. Come this way. Я думаю, это чел. Quietly, mind you. Как ты это вышел здесь? Я хожу, меня вот-вот убьют, а ты такой бегаешь, ходишь тут. Чем ты своим занимаешься? Куда он ушел, кстати? Он пошел своей дорогой. Как же исследовать территорию? Have a look for yourself. Those things chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place.
Эти монстры. Good lord. There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. If you say so. If you say so, потому что мне это пофиг, умирать или не умирать. Что делаю этой фигне? Damnable thing. You'll need to operate it if I'm to pass through. Окей. Мне еще сейчас по ним стрелять надо. Я за тобой не пойду. Должен что-то делать. Что сейчас происходит? Over here! Here! Hey! Over here! That's right, this way! That old guy is gonna get himself killed. Ну а чё, пойдём. Удачи ему там, в его приключениях. Так, выскакивать в окно не хочу. Или что они мне предлагают? Смотреть. Как бы осматривать это особо нечего. Как мне выйти? Блин! Как мне выйти из осмотра? Серьезно, как? Я нажал смотреть и чуть не смог там, чуть не застрял. Когда ты тут делаешь? Ёпта. Хоть дрыгаться. Так, стой. Но он же не может встать, у нее башки же нет. Как она встанет? Ну нафиг встанет. Ты что тут забыл? Чего вы все ко мне претесь? Такой медленной походкой, типа, да-да, ты во мне попал, но я все еще тут. Или что вы все вместе сожгетесь? Да, это хорошо. Подождите, а это ловушка, что она тут делает? Так. Нифига нет. Спичка. На, одинокая спичка. Это тоже нифига нет. Пойдем гулять на улицу. Вот топорик. Топорик. Теперь у меня вместо оружия топорик. Топорик, интересно, сильный. Она подперта чем-то. Нет, это явно не то, что я хочу использовать. Мухи. Я надеюсь, ты не встанешь. У меня есть топорик. Кто рычит-то все это время? Ух ты. That was fucking close. Это тоже был fucking close. Еще патроны. Моча. Патроны, моча, патроны. Я
Я могу открыть эти ворота? Хрен знает, что тут происходит. Все это неприятно, конечно. Но тем не менее. Максимум. Максимум 5 спичек. Серьезно? Надо было мне сжигать трупы тогда больше. Дай топор. Кто рычит? Ты еще что за хрен? Интересно, если я умру, то где будет последний чекпоинт? Он меня сильно расстроит, если не сильно. Если я подожгу тут все, это сгорит, весь этот амбар сгорит. Я как бы не особо хочу смотреть, я хочу выпрыгнуть, может, это капкан. Я же не совсем в курсе, куда мы прёмся на самом деле. Должны были идти к воротам. Спичек максимум, все максимум. Это... Свиньи. Это плохая идея туда идти. А, я могу открыть его и выпустить отсюда. Тогда я смогу, наверное, получить то, что находится в сундуке. А, нет, это не дверь. What the fuck? Я не заметил тебя там. Открывание сундуков. Удерживайте пробел, чтобы открыть. Спасибо за советы. Это что такое? Разрывной болт. А если бы я увидел, что там мина, что я мог с этим сделать? Кроме того, что прям ловить ее лицом. Я мог бы ее закрыть, и она бы тогда взорвалась там, и все. Или как? Кстати, я еще один сверху. Все равно один сверху есть. Ха-ха! Захерачил свинье по рылу. Нахерачит свиней. Че, Чедри будет недоволен, что я убил его свиней. Даже если это были не его свиньи. Сумасшедшие, они всем недовольны. Смотреть. А, там бутылка. Я могу подняться наверх, может там что-то. А могу скинуть туда ему сено. И поджечь его таким образом. Дева Мария какая-то тут. Ключик. Окей. Большая банка. Ключик и большая банка. Можешь как-то быстро спуститься?
Что-то я все нажимаю, он ничего быстрее его ускоряет для спускания. Но если бы я стал пытаться к нему проникнуть туда вниз, он бы стал бы что-то делать. Ты надоел вставать. Граната. А когда я нажимаю меню, я же не останавливаю. Ох, нет, нет. Ты лучше оставь себе топор. Стал рычать что-то больше. Так и попробует выбраться. Shit. Better find cover. Ну, я попробую пробежаться. Дайте мне... Ох ты, ёпта. Какой меткий ты стрелок, я смотрю. Сколько ты можешь отдыхать? Эй, сюрприз, мазафакер. Ну, я знал, что это должно сработать на ком-то. Я весь в дерьме теперь. Гори, у меня и так спичек много, похоже. Что такое? Арбалет? Сколько я всего сейчас нахожу? Это какая-то... Арбалет, огонь. А, вот для чего мне эти стрелы были нужны. Наконец-то могу ими воспользоваться. Подожди, я сломал топор одним ударом? Вот дерьмо. Или я его просто бросил где-то? Что это делает? Произошло. Я что-то не очень понял, что тут произошло. А, это шипы. А, я, наверное, должен буду тут убить того чувака, который ходит там, рычит. Мне, наверное, его надо будет загнать сюда и замочить его здесь. Так, ну давайте похиляемся, что ли. Хуже-то не станет. Да я понял уже. Так, давайте тогда поставим это на 3. Течка на 4. Гранаты, может быть. Нельзя как-то удобнее все это сделать. Хотя это на PC, на этой ты на консоли ты бы выбирал, но там, наверное, время-то это не останавливает. Или останавливает. Плюс одна стрела, гарпун. У меня есть разные гарпуны. Разрывные, простые. Это был неплохой гарпун. Колесико, кстати, ничего не происходит. Стрела не осталось. Какой-то кейс. Еще один шотган. Ну, шотганов мало не бывает. Дробовик. Так, еще одна аптечка. Надо поднимать. Все тут рычит, все чем-то недовольны. Нам нужно быть на позитивчике, ребята, на позитивчике. Окей, он. Эй, иди сюда. Я знаю, что ты встанешь, кого-то обманываешь. Давай, давай, давай. Блин, да как ты не дохнешь?
Это был тот снайпер, который сидел. Мне дали чекпоинт. Надеюсь, что чекпоинт прямо из этого места. Конкретно это место. Мне нравится, где я нахожусь. Как бы не то чтобы очень, но все-таки это лучше, чем альтернатива. Я не вижу, там есть кто-то еще. Кто по мне стрелял? Это он по мне стрелял до этого. Вроде не он. Хотя. Что не место, то новые проблемы. Что такое? How did you get it open so quickly? You're welcome to give it a try. Please, time is of the essence. It is imperative we find Leslie before anything should happen to him. Знаешь, чувак, мне кажется, уже что-то случилось. О, то самое окно. Да, я насмотрелся, как мне выйти отсюда? Я что, не могу перестать смотреть? Он сам перестанет смотреть или что? Что сейчас происходит? Мне кажется, он не перестает смотреть. Окей, С. С помогает разобраться с делами. Эй, ты снайпер херов. Держи хэдшот. Держи второй. Давай ходить. Ты что, серьезно? Ты мертв? Тебе лучше бы быть мертвым. Лучше бы тебе не притворяться, что ты лег. Ну вот, да, вот так вот, значит. Я говорил, что лучше бы тебе не притворяться было. Закончилось бы быстрее для тебя. Безболезненнее. Так, ну зато аптека я могу много таскать. Так, слышь, что за фигня? Эксперимент номер 4. Студент номер 4. Субъект номер 4-13. Brainwave activity diminished. Похоже на мой голос. Нет? Subjects should begin experiencing a shared consciousness. Previous trials indicated rapid deterioration of consciousness. Their minds became an exquisite mass, an amalgam of ментальной мертвечины. I'll have to connect myself if I want to experience their terror before it diminishes. Это я был. Пытался ее сжечь, но я не смог. Шум. Они типа говорят, чувак, да ты слишком много выбиваешь дверей. Это может кого-то привлечь. А я такой, да, вот тогда вот так вот. Что вы будете делать по этому поводу? Ничего нельзя подобрать. О. Патроны. Максимум, серьезно. Сколько у меня патронов всего? Всего 6 я могу таскать. Лампа такая, выглядит как человек. Ну, попробуем теперь прогуляться как следует. Поговорить еще о камере. Сказать, что все нормально, вы зря волнуетесь. Я ваш новый шериф. Я твой новый шериф. Пока. Что-то ты выкинул даже. Граната. Ну, я не знаю, как они без башки будут вставать снова, но я конечно, не хочу это увидеть. Блин. Он стреляет вообще не по прицелу. А, это страшно. Все. Все мертвы. Спасибо вам за вашу неприятность. Хотя я убью на всякий случай. Это мне не понравилось. Ну, зато любое оружие ближнего боя, походу, убивает с первого раза. Зато успеешь их ударить раньше. Опять мертвая лошадь. Нет, то есть мертвый козел.
Хочу попробовать сходить, открыть там. Я так понимаю, что там, где тот чувак, там был находился сундук. Как мне его освободить? Мне нужно его освободить, бить? Или он сам вылезет оттуда? Попробовал-ка. Кажется, я сам могу пораниться. Зато я мог бы под цепью пальнуть, тогда бы он мог бы вылезти. Ну, а, ну, наверное, сам вылезет. Я думаю, что скорее он сам вылезет. Что ему не нужна моя поддержка лишняя. Душевная и моральная. Алло, полицай, как дела? Угасни. Подобрать можно. Больше жижи, больше. У меня два патрона осталось. Никаких спичек. Что-то есть. Прятаться? Я не хочу прятаться. Нужны патроны. Воу. Как бы обезвреживаешь вещи, потом думаешь, а правильно ли я это делаю? Мой зонт, что не стоило обезвреживать. Зонт, что они бы пригодились мне. Еще жижа. Я всегда рад видеть жижу тебе. Еще жижа. Больше, больше. Больше жиж мне. Жижи, пижи с буквы. И. Что за фигня произошла? О, спасибо. Где был пулемет, который он нажимал? Он догадался его использовать, но я не понял, где он находился. Вроде мы достаточно неплохо идем. Могло бы быть и хуже. Опять, о, стрелы. А я могу выломать эту стену. Нет. Отжечь. Я тебя нашел, я тебя и подожду. Поджигать, скорее всего, стоит и на тех, кто еще не вставал. Чтобы они не вставали. А то те, кто кого-то уже убил, я сомневаюсь, что они смогут встать в ближайшее время. Зафига, то есть. Кто их тут не ждет? Я их уже убил, сказал им все, лежит. Я лучника убил. Как мне эти ворота открыть? Я пока этим как бы не занимаюсь, я больше бегаю. Но вопрос у меня остался. И что стрелял пулемет, мне интересно. Где был пулемет? Сам запутался. О, черт. Хочешь поговорить со мной? Тут говноед, ничего не осталось. А это какой-то цветочек растет. Типичный. Или этот цвет у него такой? Ты, землекоп! Thank you.
А, ну этот был уже. А как это он встал-то? А это спички под первую свалил. Они что, они реально тупо начинают вставать все? О, ладно, я пойду встану. И я пойду встану. И я пойду встану. Все встают в итоге. И вот так и надо. Но я полагаю, что если я пальну по цепям, то он все равно выбросит. Где были патроны для шотгана, которые я не все. What the fuck? Где тот, кто сейчас рычит? А я тут был, да? Они опять в доме, что ли? А, я вернулся в тот дом, в котором я был. До этого. Можешь перепрыгнуть? Нескончаемый ужас. Она не стоп. А, да, надо закрывать лавочку. Боже, они опять все вернулись. Сколько прошло времени? О, черт. Окей. Это... Что произошло сейчас? А-а-а! Что произошло? Куда я упал? Не особо понял, что сейчас произошло, но я теперь не могу отсюда вылезти, что ли? Нет, могу. Тут давно лежала чертова какая-то бутылочка, и из-за этого я стал ее брать вместо того, чтобы. Но не осталось патронов. Надо заканчивать здесь. Что, как открыть это говно? У меня есть ключик. Great. There's got to be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. Перепилить пилой? Я должен буду освободить того чувака, чтобы перепилить это место пилой? Он же, наверное, с пилой, да, этот хер? Ну, замечательно. Где были пулеметы, которые тот активировал? Это один из тех вопросов, на которые я все еще не получил ответ. Окей. Окей, я так и понял. Я так и понял, что все этим закончится. Только почему он там встал? Встай, беги, 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 беги. Боже мой, это тупая система, блин. А...
Может, ты как-то перепилишь это говно? Серьезно, мне нужно тебя... Да ёпта! What the fuck? О боже! Это тупо, это очень тупо. Я не смогу его убить. Но я могу его позаманивать в какие-то эти ловушки. Я смогу взять его пилу после этого же. Аж медленнее меня должен быть виден. А чё, ничего не произошло? А, чёрт! Просто раз... Его нужно прикончить побыстрее. Ты думаешь, чем я тут занимаюсь, Шерлок? Я убил? Окей. What the fuck? Бензопила. А зуби это старые ржавые засохло всякая гадость. 5000 опыта. Че, у меня теперь есть бензопила? Я могу ей пользоваться, когда захочу. Окей, нет, это не то. Видимо, никогда захочу. Ну, как минимум, вместо шотгана теперь можно. Просто взял откуда-то, вытащил бензопилу так. У меня есть бензопила, я не буду ее использовать в бою, но она у меня есть. И он ее выкинул. What the fuck? Wait, over here. Извини, я про тебя забыл. Officer, you must take me with you. Detective Castellanos. Castellanos. It is imperative that we find him. Ой, Лесли! Просто пшёл в жопу. Вот что я тебе скажу. Пшёл в жопу, Лесли. А, третий эпизод пройден. На этот эпизод ушло достаточно много времени, и на этом, наверное, мы закончим. Если вам понравилась эта серия и вы хотели бы увидеть продолжение, то не забывайте подписываться на этот канал, если вы тут впервые, оставляйте комментарии, ставьте палец вверх, а также рекомендуйте этот канал друзьям, потому что я всегда рад новым подписчикам. А пока что на этом все, пока и... Обдё, обдё!